Надо умываться по утрам и вечерам. Ага. Забираю Федора с чемпионата мира по футболу. Он играл лицом, походу. Федька, пристегивайся, жулька. Ох, и чистюля. А? Может, я пока сяду. А, сейчас, хорошо. Смотрите на эти ноги, на эти чистые ноги, чистейшие ноги, я бы сказала. Самые чистые. А пацаны кроссовки скидывают и в белых носках так бегают. О боже, наши? Ну да. Не знаю, как потом мамы носки отстирывают или просто выкидывают. Пить хочет. Я вам молодой картошечки сварила. С котлеткой сейчас покушаете. Ну что, я отмыла ребенка. Посмотрите, какая ванна грязная. Помыла ребенка, помой ванну. Капец, ребята, с него сыпалась резина, которая на поле. Прям кусками. Тут вон она плавает еще. Могу ужас. Меня снять. Тебя вот так вот могу снять. Вот. Чистый. Всем привет, ребята. На канале новый влог. Стоим тут мы такие посреди города. Украли две велопарковки. И думаем, как их засунуть в машину. На самом деле мы их не украли, мы их заказали и забрали на Озоне. Вот. Будем парковать велосипеды красиво под окном, да? Да. Чтобы легче было брать. Такие хорошие штуки. Мы все думали, кто нам их сварит, а потом решили посмотреть. Мы даже проконсультировались, нам их посчитали. Дороже. Если честно, купить было дешевле, чем сварить. Ну, может, с другого материала было бы, но... Ну, тут, да. Там они все равно просто для виду, якобы. Поржавеют, покрасим. Да. Короче, теперь мы их пытаемся засунуть в нашу небольшую автомобильку. Была бы та белая, кинул бы, даже ой, не задумывался. Была бы дедушка-бабушкой. Ну, да. Вот такая штучка. Отлично. Так, тут у нас будет стоять парковка, велопарковка. А вот что мы кушаем. Гошка, что мы кушаем? Это как будто вареники с клубникой, да? Макароны, сахар, творог и сметана. И клубника. Вот такая вот. Кстати, подписчики. Что? Тебе мама сделает, и ты покушаешь. Что он сказал? Подписчики бабу Иру выписали, сегодня забрали, вот это она клубничку подогнала. Ну-ка. Насобирала в больнице. На экономила. Федор, заходишь, идешь, моешь руки и садишься. Обратите внимание, Соня купила себе новую кровать, точнее не купила, а одолжила у добрых людей. Сейчас она ее пылесосит. Сказала, еще побрызгает духами, так что дядя Вадик, если что, не это. Извините. Папа ей сказал привести в порядок и потренироваться. Короче, Соня собирается в поход. Будет спать на улице, в болоте, в лодке. Кстати, видали? Инструкция. Сказали, что вообще крутой. Да, Соня, сколько там он, какую-то температуру до минус 30 или сколько? Не знаю, мне никто ничего не говорил. Папа сказал, что он вообще, короче, непромерзаемый. Сейчас Соня будет паковаться. Я снова попрыгаю. Не знаю, как я хочу понести. Нормально. Это уже теплая одежда. Я, наверное, возьму сумку Hello Kitty, вот этот баул. Да, шикарная сумка. Наконец-то ты ею воспользуешься. Я всегда пользовалась. Да. В бассейне всегда ходила только с ней. Да. Но я чуть-чуть промерзаю. Чуть-чуть немного. Оп. Оп. Ой. А застегиваться кто будет? Я, что ли? Настя меня застегнет. Так снизу же сама можешь до пояса застегнуться. Мягко? Да, и все. И все. И на боковую. И на боковую. Шикарно. Ну вот у меня тут, ну мало тут у меня вот стоп. Все там у тебя нормально. Вот я носками там вытягиваю, и вот туда стоит. Ну все, все правильно. Должно быть одна моська только видна. Так и должно быть. Ты что-то перепутала. Мать! Ой, гусеничка. Всем привет, у нас новый день. И мы тут пытаемся прикрутить по велопарковке. Примеряем. Федор Сергеевич помощник.
и колесо. Все равно одинаково будут торчать, просто что они дальше станут. Может и колесо. Чтоб не, не педалью не бить об этот. Нормально, отлично. И крыша тут еще. Какие-то хитрые держатели. Вставляешь, вбиваешь. И все. Да? Чай еще. Надо будет забивать это. Я пока так наживляю. Не ездила. Надоело нам, что у нас вот так вот велики стоят непонятно как. Да и вот эту штуку надо покрасить. Что такое? Мимо? Ай да, красота. Ай да, ляпота. Поста. Еще место можно сдавать. Парковочные места. Федькин тут вон с краю, можно, он меньше всех катается. Тут еще. А вот тут вот с самого, да. Их. Ну что, все, вуаля, красота. Теперь спокойненько вышел, взял, а не надо отстегивать. Как мне, чтобы достать мой велик, надо было отстегнуть папин, отстегнуть Федора. Потом пристегнуть папин, пристегнуть Федора и взять свой. А теперь взял, свой отстегнул и поехал. Класс. Кто молодец? Папа молодец. В эфире рубрика «Мама Аня спасатель». Короче, купила в магазине уцененный филодендрон. Такой там еще у меня гнете. Не знаю, ну он уцененный, потому что сильно пострадавший. Но был очень маленький горшок для него, и я его пересадила. Ну, вроде... Все в порядке, будем смотреть. И еще вот здесь вот, вот кусочки. Ну, как не кусочки, а тоже там с корешками были, просто поменьше. Не знаю, что будет. Тут вот у нас вот этот цветочек, который я спасала в прошлом или в позапрошлом влоге, вроде в порядке. А здесь моя церапегия любимая корешки пустила. Короче, так, здесь что? Хойка. Я ее вот на такую... Ой, короче, что-то у меня такое настроение цветочное. И вот тут так я закрутила. А еще вот здесь у меня хлорофитум какой-то такой, ну, новый, интересный, с красным стволом, с таким розовым. И там на балконе, и здесь вот еще такая фикус, фикус бенедийка называется, с такими, видите, какие листья здоровенные. В общем, и вот эти вот еще от филодендрона кусочки, не знаю, что тут с ними будет, не будет. Оживут эти корни, не оживут, видите, вот такие вот корешочки. Кто-то говорит, что они уже уснули. Ну, в общем, в корневин поставила и ждем. Вот так вот, спасатель, видите, как. Может, что-то будет с этих цветочков, посмотрим. На улице у нас дождь, вообще передают 2 недели дождей. Ну, то идет, то не идет, то идет, то не идет. Такое, то солнце выглянет, жара, то дождь. В общем, погода такая себе.